Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в Центре славянской письменности слова на ВДНХ, и в сегодняшнем выпуске мы узнаем, как развивался русский язык в 20 веке, в эпоху технического прогресса, войн и революций. К концу 19-го, началу 20 века русское государство и русский язык достигают своего расцвета. В 1891 году начинает выходить очередной академический словарь русского языка под редакцией академиков Грота и Шахматова. Этот труд помешает закончить революцию, хотя отдельные тома выходили вплоть до 1936 года. Нормируется русская орфография. В 1895 году выходит русское правописание Якова Грота, это, выражаясь современным языком, Розенталь конца XIX века. В то же время рубеж XIX-XX веков знаменовал собой резкое ускорение жизни, связанное с научно-техническим прогрессом. Сделав мощный шаг вперед в технике, человек этого времени стремился открыть нечто новое в творчестве и в языке. То, чего еще никто никогда не делал. Как сказал об этом Николай Бердяев, человек последнего творческого дня хочет сотворить еще никогда не бывшее и в своем творческом исступлении переступает все пределы и все границы. Данное стремление развивалось в двух направлениях – синтетическом и аналитическом. Так синтетисты, символисты и акмеисты стремились к синтезу искусств, слиянию их в единую мистерию, глубине смысла, что приводило к появлению новых заимствований, созданию оказионализмов, которые, впрочем, так и не закреплялись в языке. Безжеланно-туманный, закатно-розовый, царски-каменный. Слова приобретают дополнительные переносные значения. Активно входят в литературный язык слова-термины, например, термины филологии, канцона, футуризм, естественно-научные термины, протоплазма, радиевый, электрический, техницизмы, которые совсем скоро перейдут в разряд нейтральной лексики. Аэростат, болт, локомотив, провод, пропеллер, семафор. Так Осип Мандельштам доверительно беседует с читателем. И глагольных окончаний колокол мне вдали указывает путь, чтобы в келье скромного филолога от моих печалей отдохнуть. Забываю тягости и горести, и меня преследует вопрос, есть ли приращение в аористе и какой залог пепей девкос. Более радикальное аналитическое направление представлено в творчестве футуристов. Членение слов и текстов на атомы, поиски форм выражения смысла, словотворчества. Для футуриста слишком мало быть создателем текста. В стремлении переступить все пределы и границы он ставит перед собой задачу быть творцом слов и творцом языка. В стихотворных строчках футуристов трепетали зарницы новой грядущей красоты самовитого или самоценного слова. Однако самовитое слово – это слово, не оторванное начисто от быта и жизненных польз. Это слово, чаще всего существующее и созданное по законам языка, просто не скованное своими словарными всеобщими значениями. Для Маяковского, например, важно было, оставаясь в рамках системы русского языка, заострить слово, придать ему такую форму, чтобы степень воздействия на читателя была максимальной. Вспомним его знаменитый «Развихрясь», «Миллионопалый», «Паспортино». Хлебников и Крученых стремились создать структуру, альтернативную общенациональному языку, однако при этом также пользовались его ресурсами. Фактически и Хлебников, и Крученых, и Маяковский, декларируя отказ от предшествующей литературы и языковой традиции, делают ровно то, что и происходило в языке до них. Строят новые слова по продуктивным моделям, используют ресурсы диалектов, просторечия, сталкивают разные стихии в своих языках. Вспомним знаменитое «Хлебниковское». Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пуза уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер. О, лебедива, о, озари. И даже особый язык поэзии Алексея Крученых, типа «дыр был щил, убещур», как считают ученые, базируется на фольклорной и детской зауме. Как обычно считается, революция 1917 года перевернула, опрокинула русский язык. Появляются новые слова, связанные с появлением новых понятий, активно употребляются в речи грубые, жаргонные, ненормативные слова. Массово переименовываются города и улицы, из алфавита устраняются буквы, о чем мы уже говорили в выпусках нашей программы. Новая действительность наводняется сокращениями. Совнарком, ЧК, Реввоенсовет, в том числе искусственно созданными именами-аббревиатурами, заменяющими традиционный русский имена слов. Были относительно популярные сокращенные имена, например, Владилен, Владлен, Ленвлад от Владимир Ленин, Нинель – это Ленин наоборот, Ким – коммунистический интернационал молодежи, Марлен, Маркс и Ленин, вспомним известного режиссера Марлена Хуциева –
Мелс, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Вспомнил главного героя фильма Тодоровского «Стиляги». Однако нередко встречались достаточно экзотичные образования. Винун, а это означает «Владимир Ильич не умрет никогда». Или Фет, или Дзефа, Феликс Эдмундович Дзержинский. Или Вист, великая историческая сила труда. В то же время нельзя не отметить, что на самом деле революция во многом не создавала новое, а использовала то, что уже существовало в языке. Так, неологизмы революции, которые традиционно вспоминаются, мандат, гегемон, пролетариат, экспроприация, реквизиция, появились еще в XIX веке. А слово «комиссар» в значении «доверенное лицо, выполняющее специальные поручения», пришло в русский язык еще в самом начале XVII века. Слово «товарищ», которое стало знаковым для советской эпохи, активно употреблялось в языке уже в XV-XVI веках. В XIX веке это нормальное обращение в неофициальной обстановке или в обстановке, которую человек хочет сделать неофициальной. Или аббревиатуры. Мы привыкли ассоциировать с ними советскую действительность. Помним, у Леньки Пантелеева учитель превращается в шкрава школьного работника, и даже директор Виктор Николаевич Сорокин, за которым скрыт известный педагог-техлект Виктор Сорока-Росинский, становится Викниксором. Однако аббревиация, когда происходит сокращение слов и их объединение в одно с сохранением одной или нескольких букв или нескольких слогов, широко была распространена в европейских языках уже в конце XIX – начало XX века. Например, крупнейшее французское профсоюзное объединение, созданное в 1895 году, Всеобщая конфедерация труда, сокращенно называлось по-французски «CGT» – «Confédération générale du travail». Во время Первой русской революции 1905 года возвращающиеся из-за границы революционеры-эмигранты вводят профессиональную речь политиков, аббревиатуры, названия политических партий «СССР», КД, из которых первая всегда склонялась и дала такие производные, как СР, СРК, СРский, СРовский, а второй сначала был неизменяемым, потом, благодаря журналистам, превратилось в склоняемое существительное «кадет». Отсюда производные «кадетка», «кадетский». Сокращаются и наименования учреждений торговли и предприятий промышленности. Общество для продажи изделий русских металлургических заводов, которое было основано в 1901 году, еще до революции называли сокращенно «Продомета», а «Руссобалт» — это марка первого русского автомобиля, выпускавшегося на русско-балтийском вагонном заводе в Риге с 1909 года. Изначально аббревиатура использовалась для удобства при передаче телеграфных сообщений. Постоянное употребление превратило такие слова в полноценные склоняемые существительные. С началом Первой мировой войны в 1914 году появляются подобные сокращения из области военного дела. Главковерх – верховный главнокомандующий, главкокав – главнокомандующий Кавказским фронтом, и даже дигенарм – дежурный генерал армии, или загаздив – заведующий газовой обороной дивизии. Военное министерство называли «Военмин», а морское – «Мормин». Число таких аббревиатур росло. Неудивительно, что такой удобный и уже укоренившийся в языке способ словообразования взяли на вооружение большевики. Ими он был распространен на весь правительственный, административный и общественный аппарат. При этом обычно использовалась слоговая аббревиация с компонентами «сов» или «совет», «ком», «культ», «обуч». Например, «губсов», «нархоз», «горисполком», «ревком», «пролеткульт», «всевобуч», «Реввоенсовет» или «РВС», что казалось мальчишкам тех лет, звучало очень таинственно и романтично. У Аркадия Гайдара мы читаем: «Листочек-то белый, а в углу буквы РВС, и дальше палочки, вроде как на часах». Лишь некоторые такие слова сохранились до наших дней. Так, программа ликвидации безграмотности, сокращенно «ЛИКБЕС», это слово, как имя нарицательное, до сих пор встречается в языке в переносном значении. Постижение начальных, самых необходимых сведений о чем-либо, обучение элементарным навыкам. Вместе с тем, как ни странно, языку советской эпохи оказываются не чужды воспечатанные в устной речи церковнославянизмы и архаизмы, как следствие высокой патетики. Например, на Голгофе пролетарской революции буржуазия распяла еще одного мученика-революционера. Или «мировая революция грядет». В любом случае, хотя формально многие слова уходят на периферию языка, губернатор, полиция, гимназия, государь, нет полного отказа от церковнославянского наследия, оно уже вошло органической частью в русский язык. Однако царство хаоса и господство аббревиатур в языке длилось недолго. Уже в конце 20-х годов создается орфографическая комиссия, которая в 1940 году разрабатывает правила единой орфографии и пунктуации. Работу комиссии прервала война, новая редакция правил была окончательно утверждена в 1956 году. Следование правилам было признано для печати и школы обязательным.
Именно с 1956 года мы стали писать слова «панцирь», «цирюльник» с буквой «и» после «ц». Слова, по-видимому, по-прежнему через дефис, а вовремя слитно. Устранена вариативность написания отдельных слов, например, «пенсне», «каравай», «идти». Впервые было полностью сформулировано правило. После русских приставок на согласный последовательно пишется буква «ы» вместо «и». Вместе с тем, достаточно скоро после утверждения правил 1956 года стала обнаруживаться их неполнота, в ряде случаев недосказанность. Именно поэтому возрастает роль различных разъясняющих правил справочников для работников печати, методических разработок для школы, и имя автора подобных сборников Дитмара Розенталя в советское время для школьника значило больше, чем имена известных лингвистов-академиков. В целом изменения 1956 года закрепились, поскольку не затрагивали сути орфографических принципов русского языка, восходящих еще к эпохе Кирилла и Мефодия. Поэтому радикальные предложения, высказанные в 60-х, писать «ночи», «мышь» без мягкого знака, «заяц» через «е», «огурцы» через «и», вовсе отказаться от твердого знака, все, чтобы повысить низкий уровень грамотности населения, вызвали в обществе культурный шок и не были приняты. Все изменения в языке должны были отразиться в новых словарях. Еще в 1920 году Ленин писал Луначарскому: «Недавно мне пришлось, к сожалению и к стыду моему, впервые ознакомиться со знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького?» В 20-е и 30-е годы в обществе развернулась дискуссия о том, какая лексика должна быть включена в такой словарь. Максим Горький, которого упоминал в своем письме Ленин, не замедлил высказаться. «В числе грандиозных задач создания новой социалистической культуры перед нами поставлена задача организации языка, очищения его от паразитивного хлама. К числу хлама относились не только церковно-славянизмы, которые некоторые рьяные языковеды называли в то время словарными трупами, но также областные слова, простонародные, вульгаризмы, арго. Нет никаких причин, — писал Горький, — заменять слово «есть» блатным словом «шамать» и вообще вводить в литературу блатной язык». В такой атмосфере готовился первый словарь советской эпохи. К его созданию был привлечен круг ведущих лингвистов того времени — академик Виноградов, Ларин, Винокур, Ожегов. Редактором словаря был Дмитрий Николаевич Ушаков, знаток грамматики, орфоэпии, живой русской речи, литературной и диалектной. Ушаковский словарь вышел в свет в конце 30-х годов 20 века и даже в условиях сильного идеологического давления смог сохранить четкие академические традиции в теории и практике создания толковых словарей, отразить те изменения, которые произошли в языке после революции 1917 года. После выхода словаря Ушакова возникнет идея создать краткий, однотомный толковый словарь современного языка, который в сжатом виде представлял бы всю актуальную лексику и фразеологию языка. Этот словарь появился в 1949 году и был назван «Малый толковый словарь», а мы его знаем по имени его главного редактора – словарь Ожегова. Словарь стал важнейшим пособием для изучения современной правильной литературной русской речи. В архивах сохранились свидетельства, с какими трудностями приходилось сталкиваться авторскому коллективу, поскольку в словаре должна быть представлена советская идеология и материалистический взгляд на мир. Рецензенты словаря писали: «Аристократия авторами определяется как высший, родовитый слой господствующего класса дворянства. Это определено объективистски, — пишет рецензент, — да еще с положительной оценкой. Надо подчеркнуть эксплуататорский, паразитический характер аристократии». В итоге толкование стало звучать так: «Аристократия — высший родовитый слой господствующего эксплуататорского класса». В словаре указывается, — пишет рецензент, — «карга — злая старуха-ведьма». Рецензент недоумевает. Можно подумать, что «ведьмы» — в слово дано без кавычек — действительно существуют в природе. Нужно прибавить «в ругательном смысле». Сергей Иванович Ожегов терпеливо исправляет: «карга – злая и безобразная старуха». Наконец, с 1948 по 1965 годы выходит наиболее полный толковый исторический и нормативный словарь современного русского литературного языка 19-20 веков в 17 томах. Обычно он называется БАС – Большой академический словарь. Это на сегодня самый полный, завершенный толковый словарь русского языка, представляющий язык на протяжении 150 лет. Каждое значение, каждое употребление слова подтверждается рядом цитат, взятых из авторитетных источников. Чтение Большого академического словаря, включающего 120 тысяч слов, показывает, русский язык – это непрерывно обогащающаяся система. То, что возникает в ней, может перемещаться из центра системы на периферию, но почти никогда не забывается. Важна ли
лишь позиция и культура того, кто говорит на языке. И вообще, как писал Иосиф Бродский, не язык – инструмент поэта, носитель языка, наоборот. Носитель языка – лишь средство языка к продолжению своего существования. Язык не подвластен времени, событиям общественной истории, диктату политической системы. Язык, писал Бродский, – это самостоятельная величина, самостоятельное явление, самостоятельный феномен, который живет и развивается. Язык, доводит мысль Бродский до абсолюта, – это важнее, чем Бог, важнее, чем природа, важнее, чем что бы то ни было иное. Язык – это единственное, что можно противопоставить разрушающему ходу времени. Неудивительно, что в поэзии Бродского могут гармонично соседствовать элементы разных эпох развития русского языка, создавая уникальный авторский стиль, отражающий представление поэта о мире. Так, в подражании сатирам, сочиненным Кантемиром, взаимодействуют у Бродского, уживаются друг с другом иноязычные заимствования, например, пароль, статуя, цифра, цоколь, драхма, перлы, кесарь, фора, церковно-славянизмы, вельми, кладезь, аз, речеш, днесь, оны, нощи, мниш, взор, враны, и в том числе фразеологизмы и их аллюзии. Например, во время она левая рука не знает, что делает правая, отделять пшеницу от плевел. Также встречается просторечная разговорная лексика и фразеология. Хаять, не боись, глядячи, ноне, ушат, фразеологизм, дать по рогам, хер тебе, без царя в голове. У Бродского мы читаем. Тот же простор прячет благих, кесаря копий, строит шатер, греет ногих, всадину корпий, кладет, как хлеб, кладет в уста, подчуя сирот, вовчий вертеп прячет Христа, хер тебе, ирод. Аз воздает, застит рабам перла в короне, волю дает, дав по рогам белой корове, в землях и днях твердый рубеж царствию кладет, в жадных песках смерти промеж делает кладезь, кесаря мощь, копья плащ, ночи иступит, воинству рощ, воинству чащ, цифры уступит. Как же развивается язык в 90-е годы, узнаем в следующем выпуске. До новых встреч в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».